Так, всем здравствуйте. Хочу вам показать гидроусилитель руля на тракторе Т-25 на одном насосе НШ-10. Как оно работает? Видно или нет? Вот насос-дозатор. Вот два шланга на цилиндр. Вот как сделано. Вот таким. Вот этот насос. Выход пошел на насос-дозатор. Вот оно. С насоса-дозатора обратка на распределитель. И все. Так оно работает. Очень просто. Сейчас заведу. Вот смотрим. Все. Вот так оно работает. Гидравлика. И рулевое. Все работает на одном насосе. Много показывать не буду. Как видите, один насос. Выход с насоса на НШ-10 на дозатор. С дозатора обратно на распределитель. Ну вот и все.